Привет, друзья! Все вы знаете, что когда надо быстро что-то приготовить, очень выручает слоеное тесто. Вот сегодня мы приготовим такие мясные бомбочки в слоеном тесте. Для этого нам понадобится фарш. Фарш уже вот у меня готовый. Свино-говяжий, соль, перец, желток. Ну и все. А, луковица еще. Перемолотая луковица, слоеное тесто. Пока что это все, что нам требуется. Для начала надо раскатать слоеное тесто. Раскатываем его в одну сторону, ну, довольно тонким слоем.